Всем приветики. Купила себе два вот таких разделителя громкости. Ну, мне нужен один, просто в комплекте продавать два. Это такой же. Вот. Как он работает? Сюда приходит звук. Отсюда отдельно выходит бас, середина и верх. Ну, то есть, низа средние частоты, нижние, средние и высокие частоты. Вот. И сейчас мы это все подключим. У нас есть усилитель. У нас есть динамик, который мы будем испытывать. И, собственно, провод, который мы сейчас будем сюда присоединять. То есть мы присоединим вот это. То есть с усилителя выходит вот он провод. И приходит вот он сюда, и отсюда идет на динамик. И мы сейчас вот это присоединим сюда. А эти провода будем вставлять сюда. И послушаем, что получится. Ну вот, собственно, все и готово. Получается, вот, подключено к сети. Вот это идет. Ну, то есть сюда приходит сеть. Включаем. А сюда приходит на плеер. Потом отсюда вот выходит на плату. А дальше плата выдает звук сюда. Вот он сам динамик. Так он будет плохо играть. Мы его сейчас положим вот сюда. На книжку, чтобы хорошо играл. Пультом переключим на третий режим, нам нужен именно третий. Так, и теперь включаем. Все, здесь максимальная громкость, там громкость делаем. И теперь басы. Так, нам только не перепутать минус и плюс. Это у нас вот так. И почему-то не работает. Это у нас нижняя. Нижняя. Так, теперь средняя посмотрим. Средняя. То же самое. Это у нас плюс. А, там минус. Хотя лучше, наверное, кверху. Вот, кверху. Есть же две точки наверху. Так, не понял, что это оно не хочет. Должно же. Вот я плюс вставляю. Так, и минус. А, я паузу нажал, что ли? Да. Точно. А что оно не работало? Должно же. В чем прикол? А, или вот к этим штукам можно приложить. Почему оно не хочет, вот вопрос. Вот это у нас среднее. Нижнее. Музыка играет, но слышны басы. Так, музыка играет, но басов не слышно. Вот так, должно быть слышно только верха. Но работает. Когда ставишь сюда, слышно дух-дух. Когда на нижнее слышно дух-дух, на среднее дух-дух и ц-ц не слышно. Когда на верхнее слышно только ц-ц. Ну, конечно, на каждом он некачественный, по идее. На нижнем должны только дух-дух, на среднем вот эти ля-ля-ля, и на верхнем только ц-ц-ц. А тут получается, на нижнем слышная музыка и дух-дух, на среднем уже дух-дух не слышно, сама музыка слышна и ц-ц не слышно, а на верхнем уже слышно ц-ц. Хотя должно быть вот, по идее, ну вот как оно работает. Ну, разделяет, но некачественно. Слышно, бьет. Тут уже не бьет, а тут звенит. То есть, как оно работает? На нижнем, с нижней повышаю, громкость нижних повышается, остальные потише. На верхнем громкость верхних повышается, остальные потише. На среднем
нижняя и верхняя потише, а середина играет. Ну, то есть работает, но не сильно. Я бы не сказал бы, что не сильно качественно. По идее, она должна полностью разделять, чтобы остальных частот вообще не было слышно. Ну, вот другую песенку, например. Так, как всегда, не вовремя мне звонят. А черт подери, почему так не вовремя? Так. Все, надеюсь, больше мне не будет звонить. Попробуем еще раз. Ну, работает. Как-никак разделяет. Слышно там дух-духа здесь. Ну, уже такое. То есть нормально. Можно, если три динамика разделить, на три динамика поставить, то вместе, все втроем, они будут хорошо работать, мне кажется. Верхний будет звенеть хорошо, нижний бухать будет хорошо, а средний петь будет хорошо. И все вместе они тоже будут петь, потому что средняя частота все-таки на каждом из них остается, просто немножко приглушена. То есть, благодаря этому разделителю можно сделать вообще трехполосную колонку. Хотя, мне кажется, что если ее делать, лучше брать разделитель получше, более качественный, который реально режет полностью все остальные звуки, потому что здесь, ну, не очень качественно. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.